Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я решила сделать освещение на тему «Крик его души. Истина о вас наизнанку». Подумайте о своем мужчине, настраивайтесь на него, входите с ним в один энергопоток, буквально вспоминая его, представляя рядом здесь и сейчас. Пока вы настраиваетесь и я готовлю колоду, хочу вас поблагодарить за лайки, за комментарии, поприветствовать моих новых подписчиков и поблагодарить моих постоянных подписчиков, что вы со мной. Сегодня я буду использовать разные колоды, и в конце освещения руны дадут нам совет, либо же подсказку, секретик раскроют. Посмотрим, что они пожелают сказать. Так что досматривайте обязательно мои освещения до конца. Никогда не знаю, что произойдет, какая пара ко мне сегодня пришла и какая ситуация сегодня будет озвучена между вами. Также, девчонки, хочу вас пригласить подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку сейчас я вверху вот здесь добавлю. Кто не успел нажать пальчиком, не волнуйтесь. В описании, в закрепленных комментариях. Там тоже будет ссылочка. Также приглашаю вас подписаться на мой инстаграм и фейсбук канал, и ссылочка там же. И за личными раскладами, девчонки, мужчины, хочу вас предупредить, что я сама лично никому не отправляю сообщения с предложением личных раскладов. Я всегда помогаю людям, только когда они сами обращаются ко мне. Поэтому обратите внимание, сейчас много мошенников, которые от моего имени отправляют будто бы сообщения с предложением личных раскладов. Это не я. Я сама лично никому никогда не пишу. Люди обращаются ко мне за помощью. И я с удовольствием отвечаю вам на ваши вопросы, освещая вам путь. Ну что же, давайте посмотрим, какая пара ко мне пришла. Давайте знакомиться. Называйте имя своего мужчины, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. Прям подумайте о нем, соединитесь на энергетическом уровне, рядышком-рядышком, близенько-близенько. Возьмите его за руки, обнимите, поцелуйте, погладьте, дотроньтесь до его волос. Я вам передаю эту информацию, которую мне Вселенная здесь и сейчас дает, для того, чтобы вы как можно ближе с ним были здесь и сейчас. И тогда вы еще больше получите информации и ответов на ваши вопросы. Также в любом случае, девчонки, вы можете задавать вопрос, который не относится к теме расклада. И обязательно на этом, либо на моих других освещениях вы получите ответы на все свои вопросы. Если же у вас хорошо и сильно развита интуиция, вы будете получать ответы также через сны, через знаки Вселенной в реальном времени. Ну что же, давайте смотреть, какой он, какая вы, какие энергии между вами, какой он, какая вы. Энергия между вами, какой он, каких энергиях сейчас пребывает. Давайте еще на вас, а давайте еще, и что между вами, и дополнительно, конечно же, на вашего любимого. Ой, слушайте, тут прямо карта празднества. Здесь возможно, у вас какой-то праздник в ближайшем времени будет. У моих освещений нету срока годности, поэтому вот сейчас вы включили, сейчас вы смотрите, значит, сейчас вам нужно услышать эту информацию. Здесь либо же у вас день рождения кого-то из вас, потому как это общая информация идет, либо же у вас идет какой-то государственный праздник, либо же семейный, но в любом случае здесь идет празднество, да, отмечают какое-либо событие. Кстати, напишите мне, девчонки, какое событие у вас там, у вас или у вашего любимого вот-вот в недавнем времени либо будет, либо было. У Вселенной нет вчера, сегодня, завтра, а здесь последнее время. И также всегда хочу спросить, девчонки, мне так интересно, напишите, с каких вы стран, с каких стран меня смотрят. Я знаю, что у меня интернациональные подписчики, но мне будет очень интересно познакомиться и узнать, с каких вы стран находитесь, либо же где вы сейчас проживаете. Мне интересно.
Знаю, что есть и Германия, и Америка, и Австралия, и Мексика, и Аргентина, Украина, также много других стран. Напишите, откуда вы. Так, давайте посмотрим, какой мужчина ко мне сегодня пришел, какого вы мне привели. Ну, мужчина, знаете, здесь очень мудрый. Он не любит, во-первых, много говорить. Он мудр, но не балабол, знаете, такой, что бесконечный звук. Нет. Здесь мужчина учитель по жизни. Ну, возможно, он действительно у вас учитель. Возможно, его профессия связана с родом деятельности обучать, вести, выводить на иной уровень людей. Здесь тоже такая идет. И здесь мужчина очень сильно связан с космосом, с галактикой, возможно, интересуется, возможно, его профессия связана, либо же его хобби настолько важно для него, что здесь основная характеристика идет галактического просто. Он растворяется в этом космосе, он растворяется в этих энергиях, интересуется, знает, здесь гороскопы, здесь знаки по Луне, асценденты, вот он все это знает, все расскажет, и причем, знаете как, оно у него заложено, он уже пришел, да, в это воплощение таким нереальным, другим. Он под иным углом смотрит на эту жизнь. Он, несмотря на то, какого он возраста, он может обучать знаниям. Он даже может сам эти знания не приобретал здесь, понимаете, как здесь они ему даны свыше. И он знает настолько глубокую информацию, которую даже те, которые изучают, они не постигают этого уровня, который постиг этот мужчина. Ну, классный просто. И знаете, вот он не говорит много, но у него вот слово на вес золота. Вот такая идет информация. Просто хочется помолчать. Энергии такие, вау! Аж в ушах, знаете, вот заложила, вот настолько сильные. Связь у него такая очень сильная с космосом, такая сильная связь с галактикой. Он может по воздуху передавать мысли, он может вам отвечать на ваши вопросы. Не знаю, почему как-то руки трусятся, что у него там с руками, непонятно. Но есть какое-то такое вот ощущение, либо у вас, либо у него что-то. Может, у вас с рук что-то недавно падало. Может быть, у вас действительно руки почему-то трусят. Может, кого-то руки замерзли, может быть, тоже так, знаете, греете их как-то. Кто-то чашечку держит, когда просматривает мое освещение, и как-то чашечка соскользнула в руках. Ну вот, понимаете, до деталей уже идет информация. Понятно, что это индивидуально, понятно, что это не у каждого, у вас у меня тысячи, но все равно я озвучиваю все, что ощущаю в данный момент, потому как вам важно это услышать, и кому-то это прям будет, знаете как, 100 пудов. Так, какая вы у меня красотка, вы в балансе сейчас, прям классно в балансе. Вот вы сейчас осознали цель. Вижу цель, понимаю, осознаю, куда хочу прийти, четко знаю, и все, и расслабилась. Вот прям умничка. Вот сила намерения здесь работает. Я знаю, я четко вижу то, что я хочу. Кто-то называет получить от жизни, то, что я хочу воплотить в реальность. Каждый по-разному озвучивает, но кто-то мечтой называет, кто-то называет исполнением желаний. Вот здесь я четко осознала, вы говорите, что я хочу, чего я не хочу, как со мной можно, как со мной нельзя, как мне надо, а как мне не надо. Вот так и никак иначе. Здесь еще идут такие красивые узоры, что-то у вас тут либо с павлином связано. Ой, девочки, напишите мне. Либо же у вас какие-то красивые такие ковры есть, либо украшения. Вот что-то вы любите такое, либо просматривали, либо будете в ближайшем времени смотреть. Здесь идет речь о какой-то змеечке, о какой-то цепочечке. Возможно, вы носите какие-то украшения ювелирные. Причем здесь они состоят либо из разных металлов, либо разные скопления разных камушков есть. Какие-то перья павлиньи. И либо же тут, вы знаете, как-то просматривали, очень идет такая странная, но верная информация.
Кто-то просматривает, как галактика выглядит, и у галактики есть очень красивые переливы, как в система, вот как меняется. Вот, да, прям вижу это, прям цвета, яркие какие-то радужные переливы, очень красиво. Тут еще идет, как называется, смотришь, когда картинки вот так вот меняются, девчонки, напишите мне, вот такая вот трубочка, смотришь в нее, и на картинке меняется. Кто-то тоже либо смотрел, а, мозаика, ну какая-то вот мозаика идет, да, да. Что-то связано с мозаикой. Кто-то, возможно, вышивает, кто-то, возможно, собирает какие-то пазлы, кто-то собирает какие-то картины, кто-то создает картины, кто-то даже силой мысли, кто-то здесь музыкой, да, создает определенные картины. Когда прослушаешь музыкальное произведение, ты видишь у себя, причем каждый индивидуально и уникально видит определенные картины с определенными эмоциями, ситуациями, которые переживаете. Так, ладно, давайте дальше, потому что я могу по одной карте тут вам расклад на 30 минут сделать. Что между вами? Угу. Отражение друг друга, зеркалите друг друга. Какая сильная, красивенная просто карта, которая настолько глубокая, она аж до дрожи почему-то в голосе передает ощущения, мысли друг друга. Вот вы считываете эту информацию без слов, знаете без слов, понимаете настроение, понимаете, что происходит вы с ним, а он с вами без слов. Здесь буквально силой мысли, силой энергии Вселенная вам передает эти потоки информации, причем здесь глазки закрыты, либо же через сны, либо же когда вы закрываете глаза, вот вы ощущаете его, а он ощущает вас. У вас очень сильная связь через галактику, через Вселенную. Вы меченые, вы уникальные, и вы понимаете это. Так интересно, вот у него связь здесь, да, была с галактикой, какая красивая карта. Хочу, чтобы вы видели. И на ваши характеристики вы буквально поставили, знаете, ему знак дали при вашей встрече. Без разницы, вы там встречались в реале, либо онлайн. Вот здесь он увидел знак Вселенной, встретил вас. О, у меня ноги все в мурашках. Шикарно. Класс. Сигнификация просто завораживает. Давайте смотреть, что же дальше, что же дальше будет между вами. Так, парочка, слились в поцелуи. Все прекрасно. Давайте посмотрим, в чем там его душа кричит. Какую он истину хочет сказать наизнанку. Это же разговор с его душой во время моих освещений. Это не разум, который может что-то спрятать, что-то скрыть, что-то не сказать, не договорить. Нет. Кстати, эта колода была приобретена на ваши донаты, поддержку нашего канала. Благодарю вас за это. Как меня поддержать, как помочь в развитии нашего канала? Переходите в закрепленный комментарий, там есть ссылочка. И благодарю вас за вашу помощь. Вселенная обязательно вам вернет все в 1000 раз больше. Давайте смотреть, какую истину ты хочешь сказать здесь и сейчас. Прямо задайте ему этот вопрос. Ну, смотрите как. Он, во-первых, говорит о том, что то время, когда мы с тобой проводили вместе, это было особенное время, оно было уникальное, и в эти моменты весь мир, знаете, как будто бы остановился, да. И он возвращается мыслями, либо же к вашей встрече, если вы были вместе. Если не были вместе, то к вашему общению, к вашему разговору. Вот все дорожки все равно в любом случае ведут его к вам, он говорит. Я вспоминаю момент, когда мы были с тобой вместе, когда мы с тобой разговаривали, когда мы с тобой общались. Кто-то действительно сливался так в поцелуи с мужчиной. И он эти моменты, знаете, как вспоминая, он замедляет, чтобы они даже медленно двигались. Знаете, как замедленная съемка, когда медленно ты там не быстро руку переложи, а медленно. То есть он растягивает удовольствие при мыслях о вас, о прошлом, о том, что было раньше. Здесь идет такая информация. Так, что еще? Ну, девочки, а на дне колоды идет карта «Я тебя люблю». Ну, тут сразу и четко понятно, да? Ну что ж, закрываем расклад, девочки. Все понятно, что он вам хочет сказать, какая истина. Я люблю тебя. Я вспоминаю эти моменты, и
Я осознал, я понял, я знаю это. Тут без вопросов. И у вас связь идет очень сильная через музыку, через звуки. Посмотрите, здесь музыкальный инструмент, арфа. О чем говорит эта карта? О том, что, возможно, у вас есть своя песня прямо, и вы в те моменты, когда вам как-то кажется, либо же эта песня сама где-то звучит, даже не включая ее где-то на улице, в машинах, либо сама включается. Такое тоже возможно, и я знаю. Сам себе телефон включает, начинает играть. Это тоже реально. И эти истории реальны. Это не просто какая-то информация непонятно откуда. Нет, это так и есть. Включается музыкальное произведение, которое вам напоминает о нем. Либо же вы едете в транспорте в определенном раз, включается, да, например, ваша песня. Либо же вы начинаете прослеживать, что одна и та же песня как хвостиком ходит за вами. И именно эта песня, либо же иное музыкальное произведение, здесь, возможно, фильм, здесь, возможно, ремикс какой-то, клип, здесь, ну, вообще, звук, да? Либо же, знаете как, вы где не идете, везде... Всех зовут прям именем, как зовут вашего любимого. Либо же страна, если он у вас живет в иной стране, как-то везде мелькает информация об этой стране. И по новостям, и в каких-то местах, где вы вообще не можете ожидать. Например, сидите у зубного, и тут вам начинает этот доктор рассказывать о ситуации, о той стране, где живет ваш любимый, либо же начинает рассказывать о знакомом, которого зовут как вашего любимого. Ну вот я максимально четко передаю вам, чтобы вы понимали. Понятно, что у вас тысячи, и у каждого своя ситуация, но я хочу, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Так, какую истину ты хочешь сказать красотке, которая смотрит мой расклад? Какая вы необыкновенная у меня. Неимоверная. У меня все такие. И только такие со мной. Угу. Что ты хочешь сказать? Давай. Ну, вот я не знаю. Он сегодня просто весь такой милый, что я не знаю, как и сказать иначе. Мужчина как пришло осознание. Он говорит, что мне действительно нужно. Я понимаю, что с тобой я чувствую себя защищенным. Ты как защита для меня. И я понимаю, что именно к тебе у меня реальная любовь. Вот здесь карта «Я тебя люблю», и здесь написано «Все, что это есть, это реальная любовь». А как я могу озвучить иначе? А как я могу озвучить по-другому? Потом говорите, почему у вас такие хорошие освещения? Можно вот что-то плохое сказать? А я не могу сказать плохое, если мне он говорит, что я тебя люблю, и все, что у меня есть в жизни, это ты. Как я могу иначе сказать? А никак. Вот ко мне приходят эти счастливые пары с такими прекрасными продолжениями историй. И я счастлива за вас. Безумно причем. Рада. Это же такое счастье нести свет. Говорил бы что-то другое, сказала бы другое. А он другое не говорит. Он говорит, что любит. Он говорит, что ты единственная. И ты моя настоящая реальная любовь. Да, девчоночки? Слушаем, переслушиваем. Не верите? Слушайте 100 раз. Не поверили через 100, послушайте 1000 раз. Потом поверите, значит, так и будет в вашей жизни. Смотрим дальше. Что ты хочешь сказать? А знаете, что он говорит? Вы вообще такая, которая всегда поможет. Причем у вас живет любовь, и вы этой любовью наполняете мир. Вы можете помочь человеку, потому что вы чувствуете, что иначе вы не можете. Вы можете помочь бездомному животному, вы можете накормить птичек, рыбок. Вот здесь забота от вас идет на весь мир. И он знает о том, что вы заботитесь о всем мире. Здесь, ну, даже мимо проходя, будете пить воду и будете проходить, и там цветочек вянет. Вы возьмете это водичкой, польете цветочек. Вот понимаете, вот до деталей. Тут никто вас не просит, тут никто вас не обязывает. Вы такая сама по себе. Вы душа, вы любовь, вы помощь. Вы помогаете людям, помогаете детям, помогаете тем, кто не просит. Вы просто дарите им свою любовь. И также он говорит о том, что вот
кто бы ни был в вашей жизни, все получают от вас поддержку, все получают от вас частичку вашей любви. Вы даете это безвозмездно. И вы знаете, он настолько это ценит, он именно видит такую с собой по жизни. Он говорит, что ты сама по себе такая, тебя не сделал никто такой. Вот ты нежная. Ты ощущаешь, ты чувствуешь людей без слов. Ты знаешь сама, где, когда и кому помочь. Он видит вас своей партнершей по жизни, своей любимой, своей женой. Вот понимаете, захватил бы вас так, он говорит, за талию и унес бы тебя на другую галактику, в другую планету, вообще забрал бы тебя. Вы выбираете любовь по жизни. Как бы ни было в жизни сложно, понятно, что есть разные ситуации у вас, но вы всегда фокусируетесь на положительном, вы всегда фокусируетесь на хорошем, на счастье. Ведь в любой же ситуации всегда можно найти что-то положительное и что-то отрицательное. И вы та, которая своей любовью, своей искренностью, своей чистотой души находите в любом случае положительные моменты и... Тут идет информация о том, что вы рассказываете об этом людям, вы даете им знать, вы показываете, что жизнь, она многогранна. И как ты на нее посмотришь, как ты посмотришь на эту ситуацию, так она и обернется. Если ты начнешь раскачивать эти маятники недовольства, копии, саботажа, клонов и всего остального, то они так и будут вас болтать в этом положении. А если вы просто отпустите это, снизите важность, оно уйдет, растает, уйдет в никуда. И вы об этом, вы этим своим, знаете как, движением по жизни показываете людям. Даже если вы конкретно им словами не рассказываете, люди, глядя на вас, понимают, осознают и видят, насколько вы светлая, насколько вы ясная, насколько вы не зацикливаетесь абсолютно ни на каком негативе. Вы говорите всегда, что у каждого всегда есть выбор. И только ты своим выбором сам решаешь, как тебе реагировать на ситуации. Причем разные ситуации жизненные. Здесь даже не то, что связано конкретно с ним. Нет. Здесь вообще по жизни. Слушайте, он знает это о вас. Но это душа, она же все считывает. Ей не нужно слов, ей не нужно подтверждений, ей не нужно встреч, ей не нужно разговоров об этом. Души чувствуют все на ином уровне. Они ощущают, и они знают это. И без разницы, говорили вы с ним это в реальном времени или нет. Видел ли он вас в реальном времени, давно, недавно, вообще. Это абсолютно никакого значения не имеет. Что ты еще хочешь сказать, душа наизнанку? Такой милый сегодня. Вы ему дали поддержку. И он говорит, что та поддержка, которую ты дала, она для меня важнее мира. Вот в тот момент, когда ему она действительно нужна была, эта поддержка, вы своей искренностью. Он говорит, что ты была без масок, я был в маске. Он говорит, я тебе не рассказывал на самом деле, насколько мне было тяжело. Он вообще говорит, я по жизни был в маске. А только с тобой я эту маску снял и раскрыл себя истинного, показал тебе такого, как я есть на самом деле. Он говорит, что ты знаешь меня без слов. Ты считала эту информацию, говорит, как по воздуху. И в тот момент, когда вы ему сказали слова поддержки, у каждого своя ситуация. Понятно, что каждый говорил определенные речи по определенной ситуации. Но он говорит, что именно в тот момент я понял, что я люблю тебя. Кому-то действительно мужчина после разговора вашего по душам сказал, я тебя люблю. Здесь тоже есть эта информация. Причем, когда у некоторых такая идет информация, вы говорили у воды, либо где-то рядом была вода, луна, либо ночное время, и здесь салюты, лампочки, подсветки, какие-то разноцветные огни есть. Да. Опять какие-то павлиньи перья, девочки идут. Тут мужчина прямо, он понял, что в этот момент я тебя люблю, все. Уже сказал он вам это словами, не словами, это уже не настолько важно.
А вы как-то еще к нему так были спинкой, знаете? Вы о нем ему рассказали, а у вас он мало узнал, знал, знает. Но здесь он говорит, что когда я встретил тебя, я четко понял, что я тебя люблю. Ты такая, как я. Вот он говорит, ты такая, как я. А он у нас, извините, по сигнификации галактически пришел с иной планеты. Конечно, такому сложно найти что-то подобное хотя бы. А вы сама уникальность. И вы пара, вас считывают как одно целое. Тут еще идут две цифры, которые повторяются одинаково. Это тоже для вас знак, обратите внимание. Кто-то действительно часто видит четко повторяющийся там 1-1-1 и иные варианты. Возможно, у вас у мужчины где-то на его профайле, где-то на онлайн-страничке есть цифры одинаковые. Так, давайте еще смотреть. Истина наизнанку, крик его души. Что ты там хочешь сказать? Ой, сразу две, давай. Вы знаете как, а он показывает, что в определенный момент он закрылся от чувств, от проявления чувств, от благодарности за любовь. Да. Здесь у вас были отношения, до вас с ним у него были отношения. И после тех отношений он закрыл свое сердце. Он стал как снежинка, как льдинка. Почему? Почему ты закрыл свое сердце после отношений, которые были до вас? То есть здесь показывает он пару, которая была ранее, а потом он сокрылся. И эта пара, это не вы, это другая дама. Она какая-то так где-то, где живет рядом с ним, либо они с одного государства, хотела сказать, как интересно. Ну, возможно, с одной стороны, на одних языках говорят, где-то рядом они были. Вот они как-то в одной стихии были. А потом он закрылся. Почему закрылся? А знаете почему? А он говорит, что она любила себя, а не меня. Ну, вот так вот. В паре она любила себя. И здесь как бы шла основная привилегия ей, а он был, знаете как, ну, прицепом, ну, составляющее число. А она любила себя, самовлюбленная такая дама была. Я сама себе звезда. Она нашла другую любовь, она ушла к другому. Да, она ушла к другому, она его бросила, и у него сердце закрылось. Вот так вот, девчонки. Давайте на другой колоде еще посмотрим, хочу больше раскрыть его. Так. Поэтому он так ценил момент, когда вы были с ним вместе и говорили по душам. Ну и без разницы, там были вместе на реале, на ментале, это не имеет никакого отношения. Вы увидели в нем... Вы показали, что есть ценность в нем, понимаете как? Вы не ставили себя вперед, вы ему себя открыли. Вы ему открыли его, его душу, ту, которую он закрыл, ту, которую он заморозил, ту, которую он спрятал. Да. Вы растопили его сердце. Вы растопили этот лед в его сердце. Какое нежное, да, девчонки? Просто признание вам здесь и сейчас. Крик твоей души, что еще хочешь передать, что еще хочешь сказать. Да, вы разбудили, я же говорю, уже другая колода все равно. Вы разбудили в нем, вы будто сдвинули эти часы, вы будто завели часы, и они опять начали работать. Ну вот максимально перевожу, он себя в тайм-аут поставил в отношениях. Он себе даже говорил о том, что я не верю больше ни во что, я больше никому не верю после того периода, который у него был до вас. И дальше что? Ну все. А после встречи с вами он стал уверенный. Вы ввели его в баланс. В баланс в чем? В трансформацию, девочки. В трансформацию ввели мужчину. Трансформация выходит, и у него началась трансформация души после встречи с вами. Трансформация. Ну, потому что у вас космическое соединение. А как я могу здесь сказать иначе? Здесь мои галактические ходят, которые трансформируют друг друга через энергии космоса. И это ваш выбор причем. Это ваш выбор. Вот знаете, вы не знаете. Тут так должно быть, да? И вы знаете что? Если вы будете верить в то, чего вы хотите, вы добьетесь. Добьетесь. И приведете вашу миссию
в исполнение. А какая у вас миссия? Какая миссия в исполнение? А, ну вот он выходит, пожалуйста. Вот он выходит с сигнификацией, карта его. А миссия ваша, это он. Вам нужно исполнить миссию с ним. В надежде. В надежде на что? О, ничего себе. Вы обретете с ним безмерную любовь. Лимитированную, которая дана не каждому. Это будет это будет безусловная любовь. Почему ты мне не даешь сказать это слово? Через безусловную любовь в трансформации вы обретете друг друга. Когда вы будете любить его не потому, что он кто-то, где-то, почему-то. Я тебя люблю и точка. И знаете как? Здесь идет информация о том, что неважно, вот ты здесь со мной рядом, либо на другом континенте, на другой планете, я счастлива, что ты есть в моей жизни, и я люблю тебя безмерно. Я ничего от тебя не прошу, я ничего от тебя не требую, я ничего от тебя не жду, я счастлива, что ты есть у меня. Вот в чем речь идет, понимаете как? Дальше, что ты хочешь еще передать? Крик твоей души. Отпустить что? Он говорит, знаете что? Что нужно отпустить вот разум, чтобы он перестал контролировать. Вы душами чувствуете друг друга. Вы близнецовые пламена. Как еще их называют? Зеркала. Те, которые отображают, зеркалят друг друга, чувствуют друг друга. Одно сердце у вас на двоих. У вас галактика в сердце, которая передает информацию каждому через мысли, через ощущения. Одно тело, посмотрите, и два человека идет. Вот не нужно, он говорит, пытаться умом это понять, потому что это абсолютно иной уровень. Вот идет информация, это иной уровень. Это ты можешь чувствовать, ты можешь это ощущать, ты не можешь это видеть в реале. Ух ты, это ты прям все понял? Да, слушайте, ну тут прямо интуиция у него зашкаливает. Здесь человек... Я опять сижу вся в мурашках. Да что ж происходит, девочки? Вы мне пишете, что вы в мурашках. Я уже сама от этих энергий. У вас такое общение нереальное, просто неземное. Вы... Вот я пытаюсь передать как-то словами земными это. Вы через космос видите друг друга. Вот как вы видите друг друга? Через небо, через галактику, через системы. Вот вы, смотря в небо, получаете коннект с ним, связь с ним. Вы считываете энергию Вселенной и получаете ответы на свои вопросы, смотря в небо. Ваша интуиция сейчас настолько сильна, и вы коммуницируете с ним. Вы четко понимаете, что происходит. То есть это не сюрприз какой-то. И это он рассказывает о том, что он разговаривает. Ну понятно, он изначально выходил у меня галактически. Он тут в небо смотрит, у него глаза — это одна галактика. Один глаз — это галактика. Кто видит глаз здесь прямо? Я вижу здесь глаз, а в его отображении вся галактика. Он просто говорит с вами через эти иные источники, иные миры. А вы получаете эту информацию? Ну, давайте посмотрим, что он вам передает. Получаете, девочки, понимаете, что он говорит. Да точно знаете. Конечно, вы его видите. Вы как-то его образ видите. Либо в ночном небе, либо же, знаете, вот сами дома находитесь, но видите, какая-то тень. Вот, да, либо слышите шаги. Здесь есть это. Это на энергетическом уровне воплощение в реальной жизни. Да, вы понимаете, вы видите, вы знаете это. Ну, конечно, у вас такая связь, что тут иначе не может быть. Вы отображаетесь у него в жизни, а он у вас причем. Вот можете идти и чувствовать, что кто-то за спиной. Либо спите, а вот такое чувство, что рядом он с вами находится. Я вам максимально передаю, чтобы вы понимали, что это иные отношения, отношения иного уровня. У нас идет совмещение миров параллельно здесь. Кто-то их видит, кто-то не видит. Поэтому некоторые не понимают, и некоторые вообще даже представления не имеют, о чем я сейчас говорю. Но вы это представление имеете, поэтому вы здесь со мной рядом, потому как вы в этом живете, вы с этим живете, вы это видите.
Что ты хочешь еще передать? Крик души. А, знаете как, у него было много страхов. Много было страхов, ну потому что, естественно, у него таких отношений ни с кем не было. И он говорит, знаете что, вот вы знаете о его фобии. Вы знаете, какая у него фобия. Либо он вам говорил, либо же, когда были вместе в этот момент, ну как-то случилась ситуация, что вы наблюдали. Например, человек боится пауков, вы с ним прогуливаясь где-то по тропинке, и тут выскочил паук, и он вас схватил за руку и аж вскочил, знаете. Ну вот показав, как бы, это невозможно проконтролировать. У кого-то разное, понятно, фобии, разные ситуации, но здесь вы четко знаете о его фобии. Говорил он вам, не говорил, четко понимаете. И вы ему в поддержку сказали о том, что, во-первых, вы его поддержали в этот момент, а во-вторых, вы ему настолько внушили уверенность, и что в этот момент он понял, что он может преодолеть эту фобию. Вау, просто какая пара ко мне пришла. А, такие, знаете, ощущения счастья аж до слез. Вот я настолько чувствую вас, вот нежные, трепетные. Все, он все карты выбросил, говорит, все, короче, хватит говорить. Он просто выбросил все карты. Давайте посмотрим, что он тут хочет договорить. Да. Ну, вы отражение друг друга. Он говорит, что еще можно говорить? Мы отражение друг друга. Девчонка, все разбросал, значит, будем собирать. Понятно, что на этой колоде он уже высказался, уже показал мне. Я еще, когда передала ваши эмоции, ощущения, здесь у мужчины в этот момент что-то с рук выпало. Это точно могу сказать. Даже если он уснул, у него здесь, возможно, телефон упал, знаете, если рядом он лежал. Либо же подушка выпала, если он там с подушкой спит. Вот что-то упало. Что-то упало, причем его, знаете, встрепенулся. Вот эти энергии прям есть. Давайте еще чуть-чуть посмотрим. Что мы еще спросим? Что мы еще спросим? А давайте спросим вот с прошлого. Были ли вы в прошлом знакомы? С прошлой жизни? Давайте узнаем. Потому как это тоже важная информация. И я вижу, что здесь пара пришла та, которая уже несет настолько важную миссию. Давайте посмотрим, с прошлого вы знакомы или вы с ним встретились только сейчас, вот первый раз в этом воплощении. Были ли вы знакомы с прошлым? Вы знаете, как могу вам сказать? Да, вы были с ним знакомы с прошлого, причем вы, ну, конечно, кармические партнеры, еще бы. Вы были с ним в прошлом, у вас ребеночек был в прошлом, я вам могу сказать, я вижу это. Да. Вы его безумно любили, а он был связан с музыкой, с музыкой. Либо же он был музыкантом, здесь есть эта связь с музыкой. Вы в какой-то борьбе были с ним, а знаете, где жили? В эпохе где-то греко-романской эпохи вы с ним были с прошлого. А вы занимались медициной, девочки. Знаете, здесь о чем идет речь? О том, что вы учили людей, вы оба учили людей, как правильно жить и получать удовольствие от жизни. Причем люди, которые к вам приходили, они как-то были ниже по уровню развития, либо социальному уровню ниже. Вы были необыкновенной парой, которая выводила людей через знания, как правильно двигаться по жизни. У вас был ребеночек, как правильно двигаться по жизни, как правильно создавать свою реальность, как правильно строить свою жизнь. Вы прямо учили этих людей, причем у вас был какой-то либо дом, либо заведение, куда люди приходили к вам за этим. Прям к вам приходили. Ваша пара с прошлого.
У вас борьба была какая-то, именно у вас. Не у мужчины, а у вас была борьба. За что была борьба с прошлого у вас? За развитие рода. Здесь, знаете, как... Либо есть нечего было, либо проблема была с продуктами из прошлой жизни. И вы писали, создавали работы для того, чтобы получать продукты для продолжения жизни, чтобы есть было что? Что? Да, прям боролись за это. Так, прошлой жизни. У вас мужчина такой неимоверный был. Вот здесь у него идет связь с водой. Он вашего ребенка с прошлой жизни как-то вывел на новый путь. Как-то с иного мира вывел. Дал ребенку взгляд на новую жизнь. Вывел его в новый мир. А, вы переехали. Вы переехали с того места, где вы жили, и дали ребенку новый мир. Причем там вы и расписались. То есть вы были вместе, у вас родился ребеночек, и вы были еще неофициально мужем и женой. И когда вы переехали, вы официально узаконили свои отношения. Интересно, да, девчонки? Да. Я говорю, что вам нужно было преодолеть какой-то водоем, водные миры. Слушайте, вы выходите с ним, вы в роли верховной жрицы, а вы несли в мир людям помощь, ответы на их вопросы давали, вы получали информацию через иные миры, источники, и вы уникальная была, галактическая вышла. Вау, какая пара. Так, у вас уже тут не первое воплощение, слушайте. Вы уже такие нереальные еще с прошлого воплощения. А какая ваша цель в этом воплощении с этим мужчиной? Давайте посмотрим. Ага. Значит, я смотрю, во-первых, цель, знаете, в чем состоит? В том, чтобы выйти с ограничений по поводу благ земных. То есть здесь вы сильная, и он сильный. Вы, например, даже не например, здесь вы занимаете определенное положение в жизни, та, которая может сама всего добиться. И он такой, знаете, что я, в принципе, и сам могу существовать. Я добиваюсь всего, чего хочу. И вы такая, так, а цель-то какая вашей пары? А у вас цель вашей пары еще больше укрепить ваши эзотерические способности, которые есть у каждого из вас с ним. Вера здесь, укрепить веру и дать ей выход, понимаете? Дать выход в люди и освещать людям путь. Интересно. Вы будете лечить их. Да. И люди будут через ваши знания забывать и уходить от тех проблем, которые у них были до встречи с вами. Вы будете лечить их души. Какая миссия пары? Преодолеть фобии, которые есть у вас. И выход во взаимную, чистую, светлую любовь. Жизнь в любви. Жизнь в любви. Не бойтесь, я вижу, что у вас есть очень много фобий. Вы, возможно, сама такая по себе, которая говорите, да что я не справлюсь по этой жизни, я и так уже столько прошла, и выйду вперед, и дальше я пройду, и мне особо все равно, может, даже и никто не нужен, и он такой, знаете, а есть фобии, а на самом деле это внутренние страхи, говорят вас. Да, да. Вот вы сдерживаете себя, а... Здесь нужно идти вот в борьбу с самим собой, знаете как? В борьбу с самим собой и понять, что в паре. Нужно быть в паре, нужно быть вместе и вместе комфорт. А вот эти вот сухие пирамиды, стоящие среди песка, это одинокие люди, которым плохо, которые не чувствуют поддержки, которые
Они сухие изнутри. Вот идет информация сухости, потрескавшегося состояния, когда они никому не нужны, они одиноки, люди покинули и ушли от них. А вам нужно развитие, вам нужно движение. И в любви вы действительно этого и добьетесь. Ну, просто неимоверное освещение сегодня. Раскрылись такие грани, которых никто не ожидал, да? Напишите мне ваши впечатления. Сейчас мы еще посмотрим, что руны вам скажут. Но вы кармические партнеры, понимаете, как вы кармические друг другу. У кого-то до сих пор, кстати, у девчонки есть страсть к каким-то трендам моды. Возможно, интерес, знаете, в том, что было раньше, а вот как раньше одевались, как раньше носили, либо же тренды моды, которые уже заложены там годами, и сейчас они до сих пор, да, на волне, но даже если у вас нет конкретно этой вещи, вот вы знаете, вы интересуетесь, вы в курсе, вы такая, знаете, все следите, за всем замечаете, смотрите, и у вас очень хороший вкус, кстати. Так, давайте еще смотреть, что руны нам хотят добавить по поводу истины наизнанку. Сегодня неимоверное освещение. Истина наизнанку. Вау, какая необыкновенно шикарная руна. А вы знаете, о чем она говорит? О том, что это благоприятный знак. И это избавление от старого. О чем я и говорила, что вы поборете, да, свои фобии, свои страхи, и вы избавитесь от них в этом воплощении. Успешное завершение начатых дел. Сила, необходимая для преодоления препятствий, есть в вашей паре. Вы выйдете на качественный новый уровень жизни. Также это руна плодородия, развития, движения. О чем я и говорила ранее, и руны сегодня нам подтвердили, что это основная информация, энергетика пары, которая пришла на мое освещение. Вау, просто хочется, я не знаю, остановиться в этих волшебных энергиях, подумать, ощутить, осознать, потому как очень много информации в этом освещении. Я советую переслушать хотя бы несколько раз. Через время вы, переслушивая, будете слышать абсолютно иную и более глубокую информацию, потому как разум сразу не может все осознать, он не может сразу все понять. И здесь идет разговор души. Здесь высший уровень сознания. Благодарю руны, благодарю вас за просмотр. Буду счастлива с вами встретиться на моих остальных освещениях. С вами была Евгения. Пока-пока.